Сейчас мы приехали к женщине. Вас как зовут? Ой, вы тут Света. Света, да? Мы уже у нее были, мы прекрасно знаем, что она список, у нее нет ни документов, ничего она не может восстановить. Естественно, никакую помощь не получает. Ее кормят соседи. Руки все черные, орехи. Лущила хоть что-то как-то на пропитание заработать себе. Сегодня мы приехали проведать ее. И вот сегодня от пенсионера, есть такой пенсионер в Москве, Леонид Сергеевич. Он тоже людям помогает. И вот пенсионера, пенсионеру мы вам дадим 1000 рублей. Я кладусь на земле. Спасибо вам. Спасибо за все, спасибо. Если такие люди есть, как вы. Она появилась, спасибо. И вот от Леонида Сергеевича мы все-таки еще предоставляем продукт. Почему? Потому что очень и очень сложно здесь. И одной, это как бы кухня, а там у нее комнатушка, это барак. И спасибо, Леонид Сергеевич, вам за ваше милосердие, доброту, за то, что вы помогаете таким людям, живущим на линии фронта. Спасибо большое. Спасибо им тоже за все. Спасибо, что есть такие люди, как вы, на свете, которые помогаете нам.